у всех депутатов имеет право иметь двух помощников, вы знаете, да? Хотелось бы, чтобы вы очень внимательно обратили внимание на своих помощников, чтобы ваша идеология, идеология ваших помощников была едина. Вот слава Богу, что Сергей Михайлович Бурцев так показал пример, когда он взял помощников Шарипова, как его зовут, Валентина Петровна. И потом, когда по диалоге они разошлись, ну вот, быстро-то неделю назад написал заявление, так, о решении звания помощника депутата от депутата. Потому что идут, что им же дай, как многие говорят, я помощник депутата, да? Вот видите, не знаю, да, как очень многие кичились, я помощник депутата, и вот от себя всякую, от себя чуть несут, которая, ну, совершенно противоречит духу депутата.